Ну, мы добрались до таблички. Агун 142. 3142 метра. На самом деле, вранье. После взрыва, который произошел сколько-то лет назад, Агун высота вроде бы как 3031 метр. Но добрались, к сожалению, ни черта не видно, кроме макушки, на которой, собственно, мы и сидим. Вот еще такая. Это реклама. Нет, нельзя ее. Нельзя? Настя молодец. Сначала вроде как пошли погреться, а потом тоже добрались до самой макушки. Вот. Ну что, я не знаю, мы сейчас минут 5 подождем еще, да пойдем обратно, потому что смысла, наверное, ждать особого нет. Особого нет, наверное.